Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня с вами игра под названием Hidden Through Time. Нарисованный вручную мир, поиск предметов, которые очень тщательно скрыты, а игрушка переводится «Скрытые во времени». Не знаю, как относится это все дело к самой игре, но мы видим, как там папуасы какие-то, динозавры, в общем-то, наверное, мы будем путешествовать во времени. Поэтому давайте начнем. Режим сюжета. Каменный век, нападение тиранозавра. Играть. Сбросить выбранную карту, очистить все прохождения. Играть. Загрузка. Нападение тиранозавра. Нападение тиранозавра. Не стоит оставлять мясо снаружи. Бери это и помоги им. Может, поэтому он такой злой. Че это такое мы? Мы это пауза. Мы это escape. Тиранозавр напал на нас. Это типа нужно что-то сделать, что ли? Не стоит оставлять мясо снаружи. Нет, наверное, нужно отдать ему яйцо. Где мясо-то? С какого наружи ты мясо? Объясни мне, где мясо? Что нужно сделать здесь? С какой на... И? Обучалка какая-нибудь? Рычит. Значит... О, огонь. Ничего себе. Яйцо. Копье. И мясо. Мясо вон оно, да. Вы нашли все цели. Что вы хотите сделать? Следующий уровень, естественно. Деревня. Так, тут тоже на нас нападают, я так понимаю, да? Только где, непонятно. Вон тут скелет какой-то. Так, отлично, у меня есть фрукт, но где же мой нож? Ёлки-палки, здесь тут так много деталей, это ж вообще кошмар. Мышку надо найти. Вот мышку, мне кажется, легче всего найти. Я так понял, вот это вот открывается у нас все. О, мышка. Стрела. Блин, стрела, ты где? Стрела. Косточка. Да, мне нужна вот такая вот. Почему он не берется-то? Вот она, нет? Нет, не она. Просто я думал, что это вот это рубить этим дерево было не так-то просто. Я думал, это топор. Это, оказывается, не топор. Топор где у нас? Топор в дереве, может быть, должен быть где-то? Нет? Где он должен находиться-то? Во! Нож, вот он. И стрела. Стрела должна быть где-то... Нет, это не стрела, это как... Йо, так, не дергайся, пожалуйста, я хочу увидеть стрелу. Стрелу хочу увидеть. Птичка. Привет, птичка. Чирик-чирик. Слушай, вот ты видишь стрелу? Я не вижу стрелу. Наверное, потому что я смотрю во все стороны, нужно как-то более систематично это все делать. Более систематизировано, что ли, или как-нибудь вот так, вот просто хотя бы понять, где это все находится, где стрела может находиться. Стрела может находиться в луке. Лук? Здесь отсутствует. Я вижу мясо волка или что это такое, или павлин, непонятно, что это такое. Мужиков танцующих, полуголых. Что еще? Где стрела, может быть? Она может где-нибудь за пределами карты находиться? Это просто прям вообще, вот меня прям в этого выводит из себя. Я пытаюсь найти стрелу, а она отсутствует на моих глазах. Я ее не вижу. Честно говорю, я ее... О. Может быть, вот там? Нет? Это ловушки, я понял, что это такое. Так, блин, стой. Вот как хочешь, я ее не вижу. Можно подсказку взять? Я очень хочу... Блин, можно вот... Можно перемещаться так, но... От этого нет никакого толку, потому что все равно... Да ладно, еще и... я думал, деревья прям... Понятно, я вас понял. Вопросов к вам больше нет. Это у нас кости, это у нас трава, это у нас нож. Нож лежит вообще не при шее рукав, то есть, ну, прям вот вообще... Значит, и стрела может лежать так же далеко. Стрела выглядит... Ищем беленькую такую хреновинку. То есть... Вот это... О, нет, кто-то убил... Дерево убил, значит, это в дереве.
ищем по деревьям. Во! Твою мать. Все как просто оказалось, да? Следующий уровень. Блин, слушай, это прям, ну, прям сложновато. Я бы сказал, что это не то, что прям сложновато, это... Это интересно. Это, с одной стороны, интересно, развивает твою эту... блин, дискотека, что ли, какая? А, встреча. Ох ты ж, вот эту собаку коричневую нужно найти. Коричневая собака, скорее всего, где-то где танцуют. Или нет? А, вот она сидит. Мужика с пальмой на голове, но с ножом. С ножом это предатель, по-любому. Он где-то затаился и... О. С ножом и танцует. Нет, не танцует. У него просто... Он просто с ножом. Так, вот с ножом, вот с ножом, но у него не пальма на голове. У него должна быть пальма на голове. Вот он. Нож нужно найти. Просто нож, который лежит на дороге. Просто кухонный инструмент. Кухонный на кухне должен быть. О. Его тоже было нужно найти, я помню, да. Кухня, где здесь у нас? Где здесь кухня? Кухня, вот похоже что-то вот это вот на кухню, но это не кухня. Кухня как выглядит? Там плита газовая должна быть, там... Ну, ну все знаем, как... Все знаем, как кухня должна выглядеть, в конце концов. Чё вы глупенькими притворяетесь? Нужно найти улитку. Вот улитка, но она нарисованная, поэтому она это не работает так. Нож. Нож. Кухонный инструмент, говорит. Кухонный инструмент. Какого хрена его? Где кухня-то? Как мне кухню найти? А, вот кухня. Вот, где готовят, скорее всего. Да, вот, вот нож. А, улитка. Улитку ему очень нравятся фрукты. Фрукты вон там вон. И где-то здесь должна быть эта улитка, правильно? Нет? Вот она. Ёлки-палки, это где? Он отлично умеет прятаться в кустах. Здесь кустов пол этой, пол карты. Это что ж теперь? Мне все кусты вытащить нужно. Я отходил чуть-чуть прям. Прям совсем чуть-чуть отходил. Мне нужно найти что? Мне нужно найти ящерку, которая прячется в кустах. Кусты, вот они, вот ящерка. Да ну... А, это не такая ящерка, ёлки зеленые. Кусты и ящерка, кусты и ящерка, кусты и ящерка. Где кусты и ящерка? Во... Нет, это тоже не та ящерка. Я нашел две ящерки, что ж такое-то? Вот она. Какие-то она звуки странные издает, она там скотчем что-то приклеивает или что? Кусты. Ладно, может оставим на потом, нет? Нет, нет, давай найдем лучше ящерку, потому что потом мы также будем ее искать. Ничего не поменяется. Кусты. Вот кусты. Вот кусты. Я то ли слепой, то ли дурак просто. Я не понимаю, где ящер... ящерка-то где? Любимая моя. Ящерка, выходи ко мне. Выходи, выходи, иди ко мне, ящерка. Вот ящерка еще одна. Но это тоже не такая. У нее хвост должен быть закрученный. Где-нибудь, где-нибудь еще есть кусты, нет? Вот самые большие кусты. Вот они. А, вот он, ёп. Так, подарок для военачальника. Военачальник должен быть с копьем. Да, они все тут с копьями. Вон он. О-о-о, понятно. Ты даже больше нет, ничего не говори, я все понял. Так, у нас череп с рогами должен быть. Череп с рогами, череп с рогами. Вот он. Банан. Прошу тебя, огромный гигант, не раздави меня. Чего? Не понял. Огромный гигант. Где у нас огромный гигант? А, огромный гигант, вот он. Вот он, бананчик. И птичка. Мой отец был каменщиком, как и его отец до него. Каменщик. Где у нас каменщик? Каменщик должен быть с... С камнями рядом, по-любому. Каменщики все с камнями рядом находятся. Птичка, где птичка? Давайте мы ее будем искать без всякой логики, просто будем искать. Потому что здесь нет никаких отцов-каменщиков и вообще, в принципе... О!
Все просто. Все гораздо проще, чем казалось. Просто, ну, да. Нужно было просто немножко подумать, там все дела. Вы нашли все цели, что вы хотите сделать? Естественно, следующий уровень. Я хочу сложно, сложно, чтобы было. Следующий уровень. Загрузка, выставка камней. Ого! Среди нас есть предатель. Вот он. Ого-да-буга-да. Это что-то похожее на камень. Я знаю, здесь вот где-то должно быть. Или хрен его не знаю, да? Нет, золото, да? Ничего себе. Что-то похожее на камень. Это офигеть просто. Это просто офигенная подсказка. Что-то похожее на камень. Музыка классная здесь, такая расслабляющая. Я вижу банан только, который нужно было тоже найти. Кегля, кегля. Давай просто будем без этого, без... Нашел. Так. Такс. Если камень обработать, он превратится в произведение искусства. Не могу с тобой поспорить даже, наверное, да. Обработанные камни. Где у нас обработанные камни? Понятно, все с тобой, ты ничего не можешь мне помочь. О! Так, это что у нас? Эти камни мой дом, не трогай их. Эти камни мой дом, не трогай их. Камни мой дом, камни мой дом. Вот тут где-то камни мой дом. Нет? Или да, вот он. Это что? Да ты просто бриллиант. Не, ну вы, дружище, вы, ребят, просто с такими подсказками, вот это бриллиант разве? Это кристалл какой-то. Почему курица может перейти дорогу, а я не могу? Дорога. Вот он, дорога. Или нет? А вот это. Понятно. Ты мне ничего помочь не можешь. Здесь везде дорога, блин. Нет, она должна стоять на месте. Вот, пешеходный переход, как будто бы, да, сделанный. Ой, блин. Яйцо от дерева недалеко падает. Блин, ребята, ну вы серьезно, вы с такими... Да, камень лучше обработанный найдем, потому что, ну... Потому что. Где здесь может быть динозавр? Обработанный камень. Ну, они не очень хорошо справляются со своей задачей. Думаю, что у них когда-нибудь получится. Кто-нибудь еще обрабатывает камни? Камни кто-нибудь обрабатывает? Я просто думаю, что да, но... Лично я не понимаю, где здесь находится обработанный камень в виде динозавра. Оп. Да вы серьезно? Так, яйцо от дерева недалеко падает. Пусть будет яйцо от дерева, вообще яблоко от яблони, ну ладно. Яйцо от дерева недалеко падает, значит, яйцо рядом с деревом. Звучит как никогда разумно. С каким деревом-то хоть? И зачем вообще дерево... С дерева падает яйцо, или вообще что это такое? Что это за... Ой, сказки такие. Яйцо и дерево. Что-то я вроде на все эти деревья посмотрел, и рядом с деревьями нет ни одного яйца.
мне кажется, это какая-то обманка. Обманка просто прям вот великая. Я не вижу ни одного яйца рядом с деревьями. Да я даже не вижу вообще чего-нибудь похожего на яйцо. Так, ну, вот смотри. Там, где много деревьев, должно быть яйцо, скорее всего, потому что, ну... Потому что я так решил. Логика-то. Ищи вместе со мной, вот, ищи. Где это все находится? Где это находится? Я не вижу. Я не вижу. Ты вот видишь, я не вижу. Ты огромный молодец, если нашел. Отличный летний игл. Игл. Игл еще и летняя. Жучок. Игл. Летняя игл. Жучок. Летняя игл. Жучок. Вот он, жучок. Игл. Понял. Все, вопросов нет. Теперь осталось найти одно яйцо. Следующий уровень. Я не хочу на следующий уровень переходить, пока не найду яйцо. Нужно же ведь найти, а потом уже переходить на какие-нибудь уровни. Я же ведь не нашел еще, правильно? Задача в том, чтобы найти, а я не нашел. Поэтому будем искать. Мы будем искать. Оказалось, вот оно. Неужели? Казалось бы, да? Что сложного? Рядом с деревом яйцо. Только оно вот такое вот. Ну, побольше нарисовать нельзя было, но в конце концов. Следующий уровень. Давайте еще один пройдем. И... Хорош. Ух ты ж, елки-палки. Скоро будет в 2 ряда, что ли? А, тут вот для уровня надо найти... Вот. Еще 7. Еще 7 вещей, предметов. Мы не такие уж... мы не так уж отличаемся, ты знаешь? Вот он. Я умею летать. Блин, вот это вообще отлично, конечно. Это я прям... Значит, это летающие динозавры должны быть. Нет? Или да. Или нет. Я умею летать. И к чему это было? Я вижу вот этого вот дурачка. Это я точно вижу. Потом что я вижу еще? Я умею летать, говорит. И чё, что ты умеешь летать? Дальше ты чё делать? Ладно, давай дальше. Он сбежал, перекройте эту местность. Вы смеетесь, что? Вы смеетесь? Серьезно, перекройте эту местность. Какую местность перекрыть? Нашел. Хелки-палки. Перекройте эту местность. Какую местность хоть кто перекрывает? Объясните мне, пожалуйста. Где здесь хоть одна улитка? Это как ее называют? Улитка. Я умею летать, и он сбежал. Результат неожиданного союза. Да вы... Вот неожиданный союз, я считаю. А, я не понял сразу, что я нашел вообще. Результат неожиданного союза должен быть где-то у динозавров. Потому что у них всегда есть неожиданный союз. Ну, как каждый раз. Вот, ты вот он. Неожиданный союз. А, потом, что у нас? Гроук опаздывает на репетицию. Кому-то придется принести маску. Какой Гроук опаздывает? Кто принесет какую маску? Вы о чем? Вон след вижу. Маска, 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 маска. Маску не вижу вообще никакую. Ум-ма-ну-у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 м-ма-ну
Казалось бы, да? А можешь просто нажимать на это на все и типа. Возможно, когда-нибудь мы попадем на что-то ценное. Я про вас все знаю, я вас всех вижу. Так, что у нас еще-то есть? Что у нас еще-то есть здесь? Вот это вот ящерка с улиткой. Она прям, знаешь, она прям вот настораживает. Оставаться в тени. Тень. Где здесь тень? Вон. Ох, теперь я понимаю, почему у того коротышки болел живот. Какого коротышки? Какого коротышки? Причем тут коротышка? Они тут все одинаково, почти размера. Вообще камни ели динозавры и вот такие вот в основном, потому что у них там перетиралось все это дело. Но при чем здесь коротышка и при чем здесь динозавр, при чем здесь камни вообще? Последний цветок, переживший ледниковый период. Ледниковый период у нас только здесь, по-моему. Нет? Да? Что? Вон. Что может быть лучше супа из каштанов, когда возвращаешься домой после работы? Не знаю даже, что может быть лучше супа из каштанов, но я знаю, что может быть лучше, чем находить вот такие вот вещи маленькие. Это вот находить их сразу. Потому что это прям сложно, на самом деле сложно. То есть я не знаю, как ты, может, ты вот видишь все это, все, что есть. А я вот не вижу ни хрена, потому что улитка. Что было написано? Причем здесь перекройте эту местность? Типа вот он отсюда убежал? Это новости. Про я умею летать, конечно, это самое сложное, по-моему. Здесь нет летающих... Вот, есть летающие динозавры, но... Вот она. Нашел. Постойте. Зачем вообще строили ту башню? Башня, 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 башня. Башня, 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 башня. Где башня-то здесь, елки зеленые? Здесь нет башни. Что делать, если нет башни? Какая башня-то, в конце концов? Бобёнок, ты что, с дуба рухнул, что ли? Вот, блин, есть. Вот она, еще одна башня есть. Но это же не то все. Она должна стоять, смотреть на башню какую-то. Вот она, башня. Это не башня, ни хрена. Это ерунда какая-то. Серьезная вещь, серьезно. Так, зачем построили эту башню? Какую башню? Я вот... не понимаю. Ты понимаешь? Я нет. Я не понимаю, зачем построили башню. Зачем построили? Я откуда знаю, зачем построили башню? Нашла у кого спросить. Я вижу вот каштаны. Или не каштаны? Ну вообще каштаны, скорее всего. Блин, слушай, я вот вообще, например, не понимаю, что мне нужно найти. Мне нужно найти бабёнку, которая стоит на башню, на какую-то смотрит. Зачем она на нее смотрит, вообще непонятно. То есть, казалось бы, да? Бобёнка с двумя пучками и колышком. Вот! Зачем построили, чтоб тебя не сожрали, блин? Бесплатный топор в комплекте. Ох, блин, серьезно, что ли? Какой топор? Смотри, вот топор. Давай рассуждать логически. Топор там, где рубят деревья. Деревья рубят где? Они все ходят с палками, но откуда они их берут, хрен его не поймешь. Скорее всего. Скорее всего.
Мне нужно найти черепушку с... А, мне нужно найти черепушку с топором в голове. Вон, на чем мне нужно сделать-то. А где ее найти? Как ее найти? Бесплатный топор в комплекте. Черепушка с топором. Ну это... Это просто. Это естественно, елки зеленые. Да это же делов-то. Такс. Мне непонятно, где ее можно найти. Черепушку с топором. Черепушку с топором, ну... Ох, блин. Серьезно, то есть... Вот она, блин. Я что-то, я подумал, что она может быть здесь, но что-то даже не подумал, что она реально здесь. Ох, теперь я понимаю, почему у того коротышки болел живот. По какого коротышки? Вот коротышка, но это чужой среди своих там, или как он там? Мы не так отличаемся. А, у того коротышки болел живот. У коротышки болел живот. Зачем он болел, да, у коротышки? Непонятно ничего. Это вот в кустах сидит. Но мы его нашли в самом начале. И как бы хотелось бы, конечно же, ага, но... Но вот как же... Это же не так работает, это все. Болел живот, значит они что-то сожрали. Если они что-то сожрали, значит они вот здесь. Да. И суп из каштанов, опять же. Суп из каштанов этот, или как он называется. Что может быть лучше суп из каштанов, когда возвращаюсь домой с работы. То есть домой он с работы вернулся. И поел суп из каштанов. Суп из каштанов дома, дом. Дом-то где, ёб твою мать, где здесь дома-то? А здесь домов-то и нету, я нашел только вот один. И все. А, не, вон там, внизу, внизу, внизу. Суп из каштана. Ёлки-палки, вы нашли все цели, что вы хотите сделать. Я хочу закончить на этом серию, потому что прям вот уже все сложно. Сложно искать. Да и уже полчаса, считай, играем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят, всем пока.